Всем добрый день, вы на канале Ягодка. Сегодня у нас 11 марта. К нам приехала малина Дель Нива с Польши. С такой вот красивой корневой. Уже даже почки кое-где есть. Поэтому пора высаживать. Но участок у нас не готов. То есть нам отдали участок, он очень заросший. Его надо приводить в порядок, и это, ну, не раньше, чем 1 мая, наверное, мы его доведем до ума. А малину, как бы, с открытой корневой уже пора сажать. И поэтому мы приняли себе такое решение сажать такие литровые горшочки. Вот такой вот Damifor Mix 3. Мы это сейчас все дело высадим, накроем агроволокном. И до мая месяца, а то, наверное, до 1 июня, оно будет расти в горшочках. Такое качество торфа. Сейчас его замочим и будем набивать стаканы. Штук. Всю малину посадили, поставили дуги вот такие. Сейчас накроем агроволокном, чтобы малина быстрее всходила. Ну и до мая месяца никаких работ особо тут не будет. Вот так вот получилось, два слоя агроволокно, тридцаточка, и влажность, будет тепло, хорошо. Это грязно, это не дырки.